Первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях. У нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий. Мы, думая о перспективах, о будущего мироустройства, думая о обеспечении, безусловной обеспеченности нашей безопасности, мы же уже отходим от традиционных отношений в этой сфере. Должны в рамках той же нашей общей организации БРИКС создавать какие-то научные, образовательные платформы, создавать те же самые инвестиционные платформы, заниматься разработками, вот, начиная с образования. Если мы будем действовать таким широким фронтом и будем поддерживать и помогать друг другу, никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений. Так что будем работать и с Китайской Народной Республикой. У нас очень добрые, доверительные отношения и с председателем Си Цзиньпинем, и на правительственном уровне, и на уровне бизнес-кругов. У меня никаких сомнений нет, что нас никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития.